И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Зима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас хоррор, называется Toxic House. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Получается, Димон переводится, токсический дом. Кстати, мы скачали еще какой-то мод на кислоту, там, я не знаю. Ну, посмотрим, если пьете, кушайте, приятного аппетита. Добро пожаловать на гейм Toxic House. Не использовать ноклип, только оружие, которое находится на карте. Играйте одни. Если сможете, используйте гравитационную пушку. Наверное, правильно прочитал, поехали. А мы начинаем. Это пила, что ли? Нет. Димас, это пила, походу. Да вроде нет. Сейчас проверим. Прикинь, это... Давай жмякать все подряд. Карта пила. Сейчас. О, я монтировку взял. О, смотри, значок с ключиком. В смысле, где? Вот. Так, это ключ-карта. Это... А, открылась дверь. Поехали. Так. Вот, давай сюда. Во. Давай это налево. У нас хоррор карта-то хотя бы. А, да. Я надеюсь, вот, скример будет его, хоть один. Отличненько. Поехали. Так, что тут все закрыто? Ну, как всегда, все закрыто и всего лишь одна дверь открыта. И то может быть. Угу. Так. Блин, отель большой. Здесь нарисована буква Q. Открыто, Димончик. Так, смотрите, ребята, сейчас будет скример. Здесь уже темно, кстати. Да. Ботинки чьи-то. И чем-то воняет. Во, буква С, давай ее возьмем. Может, надо сложить как... О, Б. Давай, бери, бери, бери. Ой. Нам надо слово fucking shit. Да, да, да. Во, отлично. Давай, я за тобой. Нашел букву. Какие здоровые, прикольные, красная стрелка. Буква М. Настоящая. Так, я ее бросаю просто вниз. Ищем дальше. Прикольная лампочка, тут такие люстры крутые. О, буква У. Давай. Вот еще какая-то буква. Закрыто. Опа, кто-то скрипит. Иди сюда, дверь скрипучая. Кто-то не смазал калитку. Сейчас смажем. О, буква У. А что она так скрипела-то? Не знаю. Блин, я боюсь. Не сы. Сейчас пасу. Ой. Так, Димас, ну что ты там, сложил стопку, уже сделал нам? Да. О, идеально. Пойдем. Прям на кучу закинул. Профи. Опа, опять голос, Димончик. Библиотека открылась. А, как ты ее открыл-то? Она была открыта сама. W. Это прикольно. Димас, я на какую-то кнопку нажал, это правильно сделал? Во, смотри, открывается. Так, подожди, надо еще понажимать. Я, Димас, хоть правильно нажал кнопку? Смотри. Дима, надо еще что-то понажимать. Ну-ка на полку еще раз нажми. Во. Подними, Димас, меня чуть-чуть. Сейчас. Во, давай, неси меня, Димас, дальше. Вези меня. Сейчас сплющишь меня, сплющишь. Нет. Давай что-то нажми, Димас, там, нажми что-нибудь. Сейчас, Димончик, подожди. Статуя мне не нужна. Так, подожди, не то. Хорошо, давай тут нажму какую-то кнопку. Во. Отлично. Другое дело. Какие-то звуки, слышишь? Да, давай дальше. Прощай. Не прощай. Это прикольно, что я не умираю. Мне тут полка-то подвинь. Да сейчас, Димончик, я же просто не понимаю, как она опускается. Вот. Во. Отлично. Так. Что ты за звуки такие ты делаешь? Это не я. Это жопа. Поднимать тебя назад? В общем, я ее нажал. О, дверь открылась. Открылась? Во, тут машины стоят, запорожцы. Во, поехали. Погнали. Вау, тюнинг. Буква Лей. Чур, это моя тачка. Можно на слово потом собрать с этих букв? Ну да. Так, я понес букву на середину. Так, дверь открылась. А, меня пилами. О, еще одна ключ. Карта. О! Спустил. Заработала, Димон. Я все правильно сделал. Блин, это ты сделал, я думал я. А что дальше? Назад я вставить?
Сейчас у нас и туда прошел. Привет. Не работает. Эй. Добрый вечер. Там ключ карта, Диман, там осталась. Да зачем нам нужна? Так, давай сюда. Нужно ключ карту как-то получить, понял? О, Димончик, смотри. Иди сюда. Я нашел тут что-то. А я нашел, смотри, что. О. Проходим. Во, болото, другое дело, болото хоть нашли. Ну спрыгивай, Димон, если вода холодная, я тоже спрыгну. Нормально. Воу. Прикольно. А, это типа мод, чтобы мы сейчас утонем, да? Я не знаю, я вроде нормально себя чувствую. И я себя нормально чувствую. То ты пукаешь такой звук? Конечно. Ну звук такой есть, похоже. А, Димас меня бьет. Блин, это опасный лабиринт. Димон, точно. Всплывай. Лабиринт смерти какой-то. Так, а где я? Веселое прохождение. Да как? Что там, Димончик? О, ой-ой-ой, тут столовка, Димон, много еды и арбузов. Давай к тебе. Блин, что-то я отравливаюсь, Димон. То, что время вышло, наверное. Что-то подрыгал. Так, тут у меня розовая, я не знаю. Это прикол. Прикинь, чтобы буквы вытащить, нужно не вас по трубам протащить их, смотри. Не-не-не-не-не, мы не будем буквы собирать, это очень долго. Нифига себе, каждую буковку нашел пока. То, наверное, пасхалка может, что ты всех взять? Не, не хочу собирать их, что-то долго собирать. Давай проходить. Мы такое? Уже, считай, с тобой прошли, Димон, осталось чуть-чуть. Что это такое вообще? Собака, кошечка гавкает, да? Так, где я? А что, сейф? Ну-ка, давай сейф откроем. Смотрите, у нас что в сейфе. Просто гениально. Сейф самый лучший. Что в сейфе можно хранить? Не знаю, голову человека, наверное. Куклу. Иди сюда, кот Димас. Вот смотри, за тебя. Ой. Смотри. Вон, смотри, что в сейфе было. Ну. Может, она, Димон, очень ценная? А вот ключ карту нашел еще. Во. Ключ карта это на С. Вот ключ карта у меня есть. Зелененькая, правда. Открывай. Открываем. Красава. Ништяк, заходим. Вот. И где мы? Мы на кухне, красавчик. На кухне. Круто, кухня. Может, рояль пожмякать надо? Нет, не работает. Вау. Это лабиринт. Смертельный, кстати. Иди вперед. Вау. Ты умрешь, Димон. Вау. Нет? Нет. А прикинь, просто правильно прошел. А представь. Мужик, что ты? Он меня укусил, почему? А ну побей его. Ты чё кусаешься? Он нас не хотел туда впускать, почему? Потому что там черная дыра. А, ну правильно. Молодец, мужик. Спасибо. А чё мы сюда зря шли, что ли? На, вон, урна сюда. Не? Может, надо на другой положить? Всё, Димас, мы выиграли. Пойдем ва-банк. О, желтая карточка? Ну да, будешь золотым. Че она дает? Вип-зону. Может, сюда надо вставить желтую карточку, Димон? Кого? Чуть куда? Попробуй на дурачка. Мужики, карточку не надо вам? О! Блин, Димас, ты слишком... Ты как? Как? Мы просто карточку по терминалу пронесли, просто погладили терминал. Я угадал, что ли? Вытерли. Мы выжили, короче, говорит. Да, вы остались живы. О-о-о! Как я всегда делаю. Наконец-то, ребята, мы прошли. Мы победители. А как, что тут дальше? Все. Просто от разработчика все накалякано. Thank you very much, скушай печеньку. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!